мы уже активно используем дополненную реальность в нашей жизни. Делимся масками из Instagram и Snapchat. Google и Яндекс добавляют в свою навигацию дополненную реальность. Как известно, GPS плохо или совсем не работает в помещениях. Разработки нашего стартапа помогают решить эту проблему. Мы делаем навигацию в дополненной реальности – в торговых центрах, аэропортах, парковках. Когда вы идете со смартфоном по торговому центру и ищете свой магазин, вы не будете ждать загрузки 3D-модели, тематической игры, скидки или рекламы. Вот тут нам и приходит на помощь 5G. В данном месте мы видим голограммы. Голограммы могут содержать как картинки, так и видео. Мы разместили здесь логотип МТС и стартап хаба. Далее мы включаем навигацию и движемся к тематической области. По дороге мы видим объект. На этом объекте указано, что это скидка, и рядом находится магазин, в котором можно приобрести товар по низкой цене. Далее мы видим 3D-модель. Это высокополигональная модель, и она не будет быстро загружаться на скоростях 3 и 4G. 5G нам позволит ее загрузить моментально. Здесь мы видим также робота. Робот нам показывает, что мы пришли в нужное место навигации, которое мы выбрали изначально. Этот робот высокополигональный и загружается моментально на скоростях 5G.